Всем привет! Хочу снять обзор, сравнение, получается, шуруповерта, винтоверта, гайковерта. Просто последний день у меня данный гайковерт, завтра его заберут как запчасти. Решил снять о нем видео, ну, вообще, как бы сравнить. Конечно, с одной стороны, действительно хорошо, когда есть посмотреть, то есть, обзоры у людей, которые там спустя время эксплуатации. То есть у меня, допустим, шуруповерты, там, гайковерты, винтоверты там, с 20-го, с 21-го года, то есть за время эксплуатации. То есть не просто с, вот, с, да, первое впечатление, когда я его купил, у меня были положительные. Да, он крутит, да, он классно крутит, там 65-й, 60-й, 50-й саморезы. Но вдруг, когда начинаешь там 75-й уже, 80-й, там 90-й любые, все, он уже начинает дымиться, не знаю, чуть потяжелее, он начинает дымиться. 155 метров, ну, тут близко нету. Так, ну и с ним кратко, значит, будет сухостой, доска, закручивание идет у нас. Блэквикер. Гайковерт Вассай. Саморезы получается 70, ребят. 70, 3, 3,2 где-то на 70. Черные тоже где-то 3, 3,5 идут. 65, ну и сотка. Все, считай, в основном закрутил, последний удар был. Ну, понятно, что он помощнее, бесщеточный. Тут ему, конечно, должное. Но в связи с ценой, если брать это сейчас по цене, этот стоит... Порядка получается тушка 5-6 тысяч, еще плюс аккумулятор там 1500, плюс зарядка еще 1500. Это выходит очень космически. Здесь получается за по интернет-магазину, ну даже по Авито, за 3,5 можно купить с батареей, с зарядкой совсем получается. И по сколько крутил данным получается гайковертом, я больше пользовался, чем данным получается винтовертом. Бесщеточный шуруповерт. Если по времени закручивания, ну, грубо получается, первая скорость. Да, чуть медленнее. Чуть медленнее он, конечно, чем шуруповерт. Но, опять же, можно же взять ключ вторую на данных саморезах. Тем более сухостой, очень мягкий. Все, он закручивает быстрее даже, чем... Не забываем прогазовывать после переключения скорости. Шуруповерт Интерскол. Он самый здесь маленький, так скажем, по бесщеточным, по ньюметрам. 155, здесь получается 300 идет, здесь 54, здесь 45, по-моему. Первая скорость. Вторую скорость возьмем. Все, хватает мощности, даже утапливает. То есть любой из данных представленных инструментов мощнее даже, чем этот данный винтовер. Хотя здесь 155 заявленных. Поменял я, получается, на зубровский двигатель. Старый двигатель 155. Ну, не в двигателе, а в мощности или в редукторе получается. По мощности здесь получается 500 ватка был. И зубровский двигатель я поставил там тоже по оборотам. Буквально он не хватает немного там на 50 оборотов, что ли, меньше зубровский. Но он был потяжелее, мощнее. То есть снят зубра. Потяжелее. И по мощности, по ньюметрам, по-моему, здесь 500 было написано, там что-то 600. То есть поменять, в принципе, любой двигатель можно. Но это, по-моему, недочеты компании или что-то. Возьмем саморез теперь на 100. Толщина тоже получается сотка. Толщина тоже получается, ну, 3,5 мм. Здесь, конечно, на второй скорости рвать шуруповерт не будем, потому что получается... Да, минус шуруповертов, это уже видно. Начинает руку выбивать.
По времени, конечно, долго. Есть такое. Данный, конечно, помощнее, но соответственно у него ньютонов 54 заявленных, а в интерсколе получается 45. Так, 300. Фасадчик. Немножко что-то это даже не попало, уже начал закручивать. Извиняюсь, блин, не та бита, из-за этого и проскальзывание. Взял другую биту, не под черные. Повторим еще раз. Из-за этого и соскальзывание не посмотрел, немножко темновато. Приходится в таких условиях снимать, сразу хоть показать. Но все равно шляпки, конечно, да, уже раскручиваются. Закручивает быстро, понятно, быстрее всех, то что это ковер ударный, мощнее. Ну и возьмем, возьмем ту же самую биту, потом возьмем другую, чтобы понять. На уровне где-то как бесщеточный шуруповерт. Здесь 155, здесь 54. А здесь получается 45, здесь 300. Но видно, что он, понятно, выступает в оса, то, что он бесщеточный. Но он на уровне шуруповерта. Данный шуруповерт достался тоже мне буквально 2500, ну не до 3000. 2500, ну до 3, чуть больше. Но получается, чем этот сейчас за 5, минимум, наверное, за 5 если не купишь. Ну, денег, вот делайте выводы, но данный винтоверт денег своих не отрабатывает даже близко. И сейчас, когда крутил сотый саморез, ну не то, что это вопрос к щеточным шуруповертам или там винтовертам, ну запах... Запах стоит, вот тут вот дымком воняет уже. То есть от сотого самореза он начинает вонять. Не то, что это двигатель. Может быть, здесь не сочетается, конечно, данный двигатель. Хотя по мощности, по ватам он мощнее стоит. По ватам. Ваты или как там распределение. Вот. А старый там он 500, маркировка 500 ватт или что-то. 550 ВЦ, 75, 27 хина. Ну, по мощности что-то, когда мы смотрели, вот человека просил, то есть этот двигатель помощнее, то есть более нагруженный. Но он и тяжелее был, чем данный заводской. То есть и заводской. Ну, данный. Благодарю. Ну, все, всем спасибо за внимание. Делайте выводы сами. Дальше еще будет винтоверт один. Вернее, два еще винтоверта добавлю я сюда и сниму обзор еще вместе, как они будут работать. Ну, получается, само, конечно, так скажем, из-за всех все равно выделяю то, что, ну, понятно, интерскол он компактный, более легкий, компактный. Вот. Данный, получается, при сотом начинает, то есть это из него выдаваться еще так запах. Сотый саморез уже запах. То есть максимально в нем крутить это... 70-й саморезы, а 70-й, 75-й все крутят идеально быстро. Даже тот же интерскол крутит быстрее, чем данный винтоверт. Даже этот шуруповерт, даже этот гайковерт. А цена здесь выше, выше, чем вот эти все. То есть делайте выводы. Данную, конечно, технику уже не советую. Ну и все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.